Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем в готику первую играть. Итак, нам надо найти тело, которое... Так, тело. Опа. Переночевали и пошли. Быстрее. Быстрее. Так. На юге в пещере живет. Так, так, так. У нас этих пещер мало. Так, у охотника его раз не было. Есть еще пара пещер. Так, в одной из них гаргульи. Это мы помним. И одна вот находится вот здесь, пещерка. Давай. Что ты? Залазь давай. Вот. Не стесняйся. Зашли. Что ты здесь делаешь? Редко кто заходит ко мне сюда. Тебе удалось найти мое убежище, что немногим под силу. Да ладно, рот закрой. Что ты здесь делаешь? Старый лагерь мне давно надоел. У нас давние разногласия с людьми Гомеза. Как давно это все началось? Теперь обо мне, наверное, никто и не помнит. Но я все равно останусь здесь. В старом лагере осталось слишком много солдатни. Так, торговать. Потребует дубликат ключа. Не вижу, не слышу и никому ничего не скажу. Подожди. Блин. Ох! На. Подождите. Так. Ни хрена себе. Так, ладно. Да если б я знал первоначально. И, кстати, что у меня арбалет висит? Поговорим об этом в следующем. Вот у меня лук. Лучше. Да. Найти-то нашли. Кто же знал, что он так быстро ломанется еще, падла. Даже не ожидал от него такого. Ну что ж, теперь-то мы ожидаем, да, от него такое. Ну, надо будет сохранялку сделать перед тем, как к нему обратиться. Какого-нибудь вообще страшно. Вот так вот жалко, что нет такой штуки по сети. Один одну миссию выполняет, другой другую миссию выполняет. Там уж как-нибудь разобрались бы. Опа, пошли его ловить. Тихо-тихо. Пошли его ловить, как наваляли бы ему. Так, сохранить, подождите. Один выгоняет его, как зверя. Что ты здесь делаешь? Так. Что ты? Старый, теперь я... Блин. Да стой ты. Бегун тоже мне, твою ж мать-то. Нет, 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 нет. Загрузить. Вот настоящий квест, твою мать. Что ты здесь, тебе? Так. Что? Старый, теперь я... Опа. Гилберт. Я за тобой давно охотился, падал ты вонючая. А ну вставай. Вот так. И залезем к тебе в сундук, естественно. Он еще не так просто. Так. А, подождите. Стоп, стоп, стоп. Нет, нет. Может, когда его побил, еще раз спросить надо?
Что ты тебе... Старый... Теперь я... Так почему ты туда-то прыгаешь? Блин, вот нифига я лоханулся, блин, из-за этого урода столько времени потратил. Что ты здесь тебе удал? Так. Старый, теперь... Так. Но при нем-то мы ни хрена не находим. Давай, вставай. Вставай. Блин. Ждем. Ты победил меня в честном бою. Короче, нифига не было, блин. Нет, я давайте, я уж запарился, просто заберу у него все из сундука и постараюсь слезть помягче. Так, потому что игра тут прям подталкивает, чтобы ты сбросился с обрыва нахрен. Так. Забрали всякий хлам. Что тут еще есть? Ну, лежак. Лежак и есть лежак. Сохраняемся. Опаньки. Вот и все, спустились. Теперь надо немножко опыта взять. А как можно его взять? Пробежать. Давай. Так. Пробегаем. Тихо. Пока они не успели до меня дотянуться. Опа. Вот так. На. Уверен, что там кого-нибудь да попадаю. У вас же там дохренище. На. На. И... Блин. Сколько вас здесь? И... На. Потом буду собирать с вас трофей. Так, подождите, сохранить. На. Получи. Так. Еще, еще. Блин. Расстрел идет. Отстрел бродячих собак. На. На. Получай.
Вот так вот. Стойте в одной куче. Так. Так. Рыжие собаки. На. Блин, это даже целое еще не покоцанное, вроде такая толпа. На. Так. Так. Вроде получилось все. Блин. Так-то серьезный противник, а стая целая. Это не абы что, не насрать в кулак. Это целая стая. Вот растерзают только так. Так, сохраняем. Смотрим, что у нас здесь. Тут место какое-то должно быть для кого-то, в какой-то главе. Во второй части здесь я хоть знаю, что здесь. А здесь, так, это что у нас второй степени? Ладно. Стой. О, новый рецепт. Ну, не густо, не густо. Вот можно зажечь факел. Как мы уже знаем, они зажигаются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто здесь? Ой, так мы еще и не всех. Подожди. Опа. Так, минутку. Там еще и орки есть. Орки сюда так забраться-то и не смогут, это точно. Если только не обойдут. И на. Орк-боец, на. Чачами. Только не обходите меня, пожалуйста. На. Где вы? Где вы? Где-то кто-то только что был. И на. Всех сюда. Так, сохранить. Что, не можешь залезть? Тихо. Тихо, спокойно. Блин.
Вот куда ты убежал? Блин, блинский. Блин. Я вас для чего здесь собираю-то? Ну нет, нифига. Сейчас обойдем вас, попробуем. Есть такая возможность. Так. Опа. Ой. А там их еще больше. И на. Давай. Бамк. Ну? Давай. Иди вниз, вот туда. А сейчас посмотрим, кто там первый сдохнет в этой куче. Народу много. Стрел еще больше. На. Собака затесалась. На. Так, подожди, сохраняем. Ну давай, хоть один от 10 ставит. На. Вау. Нифига себе, по скале залезла. Псина. На. Давай. С края. Нормально. Блин. Орка подбил. Беги! Блин. А я загружался здесь, не надо. Сохранялся, то есть. Ой. Да стойте, стойте, стойте. Ни хрена себе. Все-таки общими усилиями залезли. Let's go.
На. 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 Почему попадают? Вот смотрите-ка, все равно по кому-то попадают. Спокойно. На. Блин. Ну, долго, да. Зато весь опыт мой. Какой с них можно взять только. Так что запасайтесь стрелами. Чем вот так по одному кого-то вытаскивать. На. Так. На. Я вашу свору су перебил. Ни одна собака не уйдет. Вот так. Давай. Кого стрелы уходят? Так. На. Спокойно. Осталось немножечко. Так. На. Так. Сохраним. Хороший результат. Уже второй, смотрите, забрался ко мне. Где ты? Где ты? Загрузить. Загружаем. Блин, это так долго вот их валить. Такую толпу-то. На. Так, вот смотрите, уже неплохо, да? Что тут осталось? Одна собака.
Блин. Собака, пересобака. По трупам залезла, что ли? Ну давай. Или что, раз на раз не приходится, да? На. Вот и все. Кучу эту перебил. Теперь смотрим, что у нас на той стороне. Палаш. Так, орк-солдат. Так. Много-много их здесь. И опыта много, и отдавать неохота этот опыт никому. Так, сколько же у вас мне людей можно долбить? Подожди. Сплоховал, да. Переборщил с натяжением лука. Давай. На. В собаку попадаю дальше. На. Вау, наконец-то. Ух, осталась собака. Да и та сейчас уже. Все. Ну, пойдемте смотреть, какую бойню я здесь устроил. Кровавая баня. Так. Стрел-то, да, много потратил. Ой. Стоп. Да блин. Вот так. Что тут? Понятненько. Тут у нас нету ничего. Ягодка была.
Ягода малина нас к себе манила. Там ягодка была, дальше ладно. Ягода малина летом в гости звала. Посмотрим, с них еще и мясо можно. Ой. Господи. Чучело. Я-то думал, ты нечто серьезное. А ты, ой. Что за пародия на что-то? Так. Окей. Что у нас здесь? Палаш, палаш, палаш. Вот эта вот собачка последняя была, да, я ее. Ой. Все смешалось. Кони, люди. Ну ладно. Вот такое кладбище я, короче, тут устроил. Что еще здесь есть? Вон еще два орка. Ладно. Ну, нам туда пока еще не надо. Башня. Разрушенная. Вот, кстати, не помню даже, можно в ней обитать или нет. Хоть бы ее никто не защищал. Подожди, ты что, не залазишь, нет? Нет. И как к тебе забраться можно? Так, огненная ящерица нам еще рано. Что мы тут имеем? Поднимемся и увидим сейчас. Вот отсюда тех борков пристрелять. Пристрелить, как правильно сказать. И тут нету ничего. Ну, смысл мне сюда лезть. Да. И не дострельны до них, и не. Ну-ка. Кто тут есть? Ой. Вот так, вот так. О, еще одна. А, подождите. Это не разрушенная. Нет, не разрушенная башня. Так. Опа, к ягодкам спустились. Да, блин. Это... Не полезу я туда, все. Я на вас обиделся. Буду с этой стороны смотреть. Так, а у огненных ящериц язык-то я умею хоть вырывать. Ну, смотрите. Здесь меня точно не было, да, можно узнать по ягодкам. А, вспомнил, что это за место. Это в город орков. Мне туда еще точно рано. Уж что, что это, да. Это мне сюда, потом, не знаю, с големом какими-нибудь скелетами сюда проще наведаться. Вон они ходят. Я сейчас вот одного такое как гасил. Так, а что это за башня? Как вот? Опа, ничего себе. Вот это здорово я. А у меня, смотрите-ка, здесь тоже не было. Давайте посмотрим, что здесь наверху у башни есть. Если здесь ничего нету, то, блин, это вообще печально. Вот этих башен. Только если подманивать сюда кого-то. Ну нету, нету ничего. Все, можешь слазить. Ну там внизу, правда, кто-то ходит сейчас. Давайте попробуем отстрелить их.
Ну, чтобы они в ответ нам не стрельнули. Вон они, ороча гонча. Опа. На. Тихо. Спокойствие. Где вы? Ну давайте обходите вот сюда, вот. Блин, слишком высоко. Там будет слишком низко, опять же, для вас. Вот. Где будет самый аккурат? Ладно, сейчас посмотрим. Так, они туда ушли. А если я сюда пойду? О! Орки. Так, пойдемте, я вас к башне приведу. Так, а вы там можете залезть, это я точно знаю. Только я, блин, зачем слез? Блин, нет, где тут? Я-то зачем падаю? Мне-то падать нельзя. Нет. Надо придумать. Что-то надо придумать. Так. Поворочим собакам, что ли? Так, как бы мне подстрелить бы? Так, чтобы мне за это еще и ничего и не было. У вас что-то так много-то. Ага, так. Ну-ка, давайте посмотрим, пробежимся и посмотрим. Если у нас вдруг в другом месте что-нибудь подобное. Где? Вот. Поехали. Давайте осмотрим местность, где мы сможем их подбить. Так. Нет, вы пока меня догнать не можете. Тихо. Это что за хребет-то такой? Это мы где? А, все понял, где это мы. Все. Осталось только на этот хребет как-то залезть. Если, конечно, такое возможно, в принципе. Блин, было бы неплохо. Вон туда. О,
Охо-хошеньки, хо-хо. Так, ладно. И... Оп, нет, не получилось. Ой. Так, загружаем. На всякий случай. Сохранимся. И как нам... Нам не залезть. Так, раз нам не залезть, давайте попробуем тогда спуститься вниз. И оттуда посмотрим на ситуацию. Так, тут у нас были бандиты, мы их убили. Ну, конечно, убили. Что нам с бандитами церемониться-то? Тем более они первые начали. Так, здесь у нас все дохлые. А, вот точно. У нас же два ящера там еще оставались, которые это неизвестно как бить-то. Вон они. Так, ладно. На. Ага, два раза. А вот сейчас подожди. Да подождите вы и дайте мне выйти хотя бы немножко, чтобы я мог встать. Мне. Да. Первого шмека мы. Смотрите, даже вот эта штука мы. И то я легасим этого шмека. Все. Ух ты. Ну и что же вы там такого охраняли? Да, тут нужна хитрость была. Что мы тут охраняли? Что, серьезно, ничего? Просто две штуки в засаде сидели. Ой. Так, ладно. Здесь, если подниматься, мы можем подняться вообще теоретически? Хрен там. Понятненько. Просто думал с ним. Так, орки. Так, орки. А вы-то здесь что делаете? А, проход, там город спящих, а тут проход, наверное. На. Так. Подожди. Я же вас не как соперников рассматриваю, а как опыт. Ценный опыт. Давайте. Еще раз. На. Я сейчас твоего соседа вперед убью, чем тебя-то. Раз он подставляется за тебя. Да. Еще разок. На. Все. Минус два орка. Каменный голем. Что-то я не припомню такое место здесь. Но, может, я где-то что-то как-то ошибся.
Подождите, подождите минутку. Каменный голем. Откуда тут каменный голем? Ладно, нам надо кучу орков перебить еще. Так. Пойдем. Пойдем. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, если я туда перепрыгну, потом туда. Не факт, что я туда смогу забраться. А мне туда и не надо. Подождите, вот здесь орки стоят. Мне надо вон на ту штуку забираться, допустим, на ту. Так, ну для начала спустимся и посмотрим, что здесь. Так. Лебедка открыта. Давай. Опа. Ну давай. Блин, близкий. Что, я с тебя ничего не могу взять? А как же сердце какого-нибудь каменного голема? Ладно. Опа. Что-то я уверен, по-моему, не должно быть такой штуки здесь. Или просто я уж давным-давно не играл. Так. Вы же зачем-то здесь все это охраняли дело? Так. Ну, эликсиры тоже хорошо. Только против кого это я набираю? Так, так, так. Ну давайте посмотрим теперь, что я набрал. Ну это вот быстрота. Меч не переплюнул. Ну, 42, кстати. Так, это что, легкий? Двуручная, 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 одноручная. Ну давайте посмотрим. Вот этот меч теперь в действии. Так. Нет, здесь вроде ничего не должно быть. Так. Нет, нет, нет. Где-то я что-то упустил, может какой-то рычажок, кнопка. Что я упускаю? Что упускаю? Так, ладно. Кнопка есть какая-нибудь? Блин, блинский. Ладно. Неизвестно пока, для чего это стоит. Может, я хочу раньше времени в какую-то главу войти. Давайте посмотрим с этой стороны, можно подняться. И нет, нет, вот здесь может быть еще что-то.
Ага, хрен там и не залезем. Так. Хо-хо-хошеньки, хо-хо. Ладно. Так, что-то так-так, что-так-так-так. И вперед. Нет, не так вперед. И вот так вперед. Сейчас попробуем по мосточку пройти на другую сторону. И забраться. Стой. Вот так. И оп. И оп. А как нам дальше быть? А дальше нам никак. На меньшее мы не согласны. Мы так не хотим помирать. Мы хотим героически. Как положено, по сюжету. А не так, что с пьяной лавочки бахнулся там. И помер. Все. Есть, правда, еще один момент, куда можно сбегать. Ну ладно, не будем об этом. Бежим. К лагерю сектантов. Нам путь не близкий предстоит. Господи, скелет. Так, к магам огня мне не надо, к магам воды я уже был. Мне же по службе то тоже продвигаться надо, очки зарабатывать. И мы, получается, еще качнули оружие. Ну, практически на 10, да, качнули. На 44 меч подняли. Одноручно. А вот двухручник, если прокачаем, вообще спасу никому не будет от нас. Всех ушатаем. Так. Вот пака этот вообще нужен здесь, нет? Это поди, когда старый лагерь устраиваешься, он там нужен. Ящер. Вот на тебе и проверим. Да. Что-то не очень мы проверили. Это ты хилый волк. Ну, волк для нас, как мы поняли, в таких доспехах вообще не соперник. Мракориса там нету, мы там уже всех перебили, истребили всю живность. Ой, еще жужжит кого-то муха падающий. Хотя серьезный шанс на меня напасть был. Я еще раз, иди сюда, я тебе сказал. Мне ботинки новые нужны. Да. Вот из твоей шкуры я и пошью. Спасибо. Гномы. Ой, гномы. Гномы. Гоблины. Ну вот они, да, противники серьезные, потому что они стоят. Кучей нападают. Давайте, идите сюда. Так.
Вот. Это что такое? Травку не собрал где-то когда-то. А, глава же новая. Так. Ну и сейчас, да, сложноватенько будет, конечно. Блин, сзади. Сзади напали. Твари. Вау! Подождите. Так. Вот, давайте. Давай, давай, давай. Подвое, давайте. Я думаю, я справлюсь. Блин, нет. Пока вы только меня хреначите. Да, блин. Ты можешь в другую сторону-то развернуться, либо прямо туда пропрыгнуть-то. Там иди сюда. Так. Блин. Давай. Смотрите, ударил меня все-таки. Разок. Главное сзади, чтоб не напал. Утонул, наверное, сердечный. Ты утонул там? Ну, скорее всего, да. Я так думаю, они плавать-то уж точно не умеют. Это у нас от жизни-то ни хрена нету. Гриб, зелье сохранить. Еще один. Давай. Нет, нету никого пока. Гриб, гриб, палка. Блин, сыкотно, конечно, немножко сыкотно. Так.
На. Посмотрите. Не зря, да? Не зря мы сюда зашли. Блин. Где я сохранился-то? Нет, не здесь, подождите. Так. Вот здесь я сохранился. Блин, сзади! Я думал, ты утоп. Так. А ты, оказывается, не утоп, ты где-то ходил, бродил. Ну давайте. Давай. Успел, успел. Я вперед. У него шпалка выскочила, блин, хотел меня в полете подбить. Да не получилось вот. Я оказался круче. Господи. Смотрите, сколько их много здесь. Ты мне не отдашь свой меч? Еще? Еще где-то кто-то есть? Блин. Ладно. Вот здесь, если я не ошибаюсь, в какой части только не могу вспомнить. Книга есть, которую мне надо по миссии доставить к этим, к сектантам. А здесь ее нет. Может, это первая часть, а может, какая-то вторая часть. Не могу сейчас вспомнить, говорю. Из-за того, что стрелы. Блин, какая беднота. Пиво какая-то. По одной кусочку руды. Там грабишь чуть ли не по косарю. Так, вот книга. Альманах. Ладно. Альманах, так альманах. Опа. Опа. Все, выходим. Нехило мы собрали уровень, взяли. И вот, кстати, здесь раньше по воде можно было спускаться, сейчас не знаю, можно так, нет, только не здесь, на той речке, которая подальше. Кстати, надо еще проверить, могу ли я собирать языки этого огненных змей. Потому что мне это потом пригодится. Давайте посмотрим. Если не ошибаюсь, они вот здесь вот должны быть. Пару штучек. Да? Где вы? Ау. Блин, нет, здесь простые вараны. Должны быть огненные. Ни хрена себе, сколько их.
Так. Вот, кстати, еще, да? Раньше убил и кое-как. А сейчас посмотрите, как подошел. Бах-бах. И они, кстати, еще не рыпаются на тебя так. Чувствую, что ты сильнее их, по крайней мере, когда в рукопашке. Так. Ну. Может, я еще что-то выпил не то. Как вроде нибудь. Коктейльчики. Все одинаковые были. Ладно. Вот по этой тропинке во второй части, если пойти, можно найти драконоборца. Вот пещерка такая. Вот. Ну это по миссии. Он, это миссия такая, там с драконоборцем что-то надо сделать. Вот. И вот, вот он здесь вот будет во второй части. Ну, мы сейчас же в первую играем, так что нам вот не важен. Давайте смотрим. Мы же вообще проверяем, могу я собрать огненный язык или нет. И почему-то этих ящериц здесь нет. Ой, подождите. Вижу собаку. Сутулую, страшную. Эх, давно мы собак сутулых страшных не били. Смотрите-ка. Опаньки. Да, опаньки, да, потушеньки. Сколько у вас здесь? Ну, давай. Так. Ну, блин, вот, да, действительно, их я теперь выношу на раз-два, а вот орков-то еще нет. Я говорю, как-то она сбалансирована или как-то проделана маленько не совсем так, как... Как должна быть. Может, здесь кто-то перепутано с их силой. Как-то не так завернуто. То они меня выносят на раз-два, то я их на раз-два. Да подождите. Видите? 24. Да подожди. Нет, нет, нет. Я хочу с вас опыт взять. Пока в другую главу не перешел. Стоило один раз промазать. Ладно. Сейчас он кто собаке обратимся. Он больше бежал. Нет, 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 нет. Плотную надо. Плотную. Вот пока он так вот когтем своим там бьет. А чё он сейчас-то не может так? Thank you.
Идем на эту ищейку. И у нас еще остается вон там. Ну, смотрите, это я, по-моему, во второй главе, я их так уже гашу. Интересно знать, что дальше будет, какой баланс. На. Вот. Вообще вот так. Классно. Так, и что мы здесь охраняли? Амфора. Факел. Какой-то рецепт. Свиток. Свиток. Так, это мы знаем. Это мы умеем. Это мы можем. Подождите, перед тем, как альманах читать, надо сохраниться, чтобы у меня мало ли, вдруг он убивает. Так, письмо Калиша. Так. Ну, вроде все. Это непонятно, может потом что-то появиться здесь должно. Ну давайте вот туда немножко пройдем. Все-таки раз уж мы здесь. Так, затопленная башня Ксардеса. Там нету ничего. Ну-ка. Не могу сказать, что там, конечно, ничего и не было. Ну, островок. Вон, новая башня Ксардеса, старая башня Ксардеса. Вон руины наверху. Ой, а я уж не помню. Во второй части эти руины там. Так. Давай. Блин. Иди сюда. Блин, ни хрена ты. Я сейчас сам попробую к тебе прийти. Мало то, что у меня жизни. Вот а ты там замахиваешься. Ладно, не буду я тебя бить. Пойду я. Потом я к тебе приду. Ну, смотрите, орки тоже очень мощные. В отличие вот от этих всех животных, которые раньше были наимощнейшими. Сейчас вот на раз-два... Стой, травка. Сейчас на раз-два буквально. А раньше были очень мощными. Так, минутку. Мне надо вот здесь вот кое-что проверить. Есть. Ты готов? Открывайся, Сезам. На. На. Понял, как я могу.
Так. И уходим отсюда. Блин. Пробуем. Оп. Нести, неси меня, река, да на крутые берега, где живет моя краса. Давай, куда ты меня вынесешь? Воу-воу-воу-воу-воу. Вот так вот примерно мы и добирались раньше. Быстро было. Плыви. Плыви. Вот. Чуть-чуть сюда возьму. Блин, точно даже не помню, где что я собирал. Но вот здесь пенек вроде должен быть с медом, шершни. Так его я не собирал, это точно. Руки прочь! Как хоть. Ладно. По оргалому надо идти. И... Опа! Смотрите, как я быстренько собрался. Хотел быстренько. Сколько я там времени потратил, чтобы орков-то перебить? Да уровень себе. Болото очень опасное. Хоть немножко сделать. Пробудись. Кстати, ночь. Ты опять ходишь где-то. Не самое лучшее другие решение. Братья. Глупость неизлечимая. Я давно это знаю. Подожди. Ты один? Блин, ты не знаешь, один. А ты не должен верить. Там что-то будет. Когда будет один, ты можешь поговорить там ла-ла-ла-ла-ла-бла-бла. Вот я только не знаю, в этот лагерь спящих, мне кажется, кого только не берут. Хочешь быть... Говно человеком, отребием и тому подобное. Иди в спящий лагерь. Так, где моя порция? Фортуна, давай. Я хочу... Вот. Ну-ка. Да. Что ты... Что у тебя есть? Болотник. Ага. Ну-ка, давай-ка вот так я у тебя возьму. Это точно заберу. Я думал, это уже давно решённый вопрос. Хрен с ним, давайте. Жирату заберу. Вот это заберу. Как колба у меня пока есть. У тебя зато, знаешь, что взамен дам? И почему нельзя держать язык за зубами? Шкуру волка могу дать. Вот. Больше не хочу слушать этого. Да, тебе этого хватит. Шкура шныга, так. Слишком... Молот. Одну сковороду. Так, серу я тебе не... Так, это что такое? Чисто спирт, ага, ртуть, нет. Масло, не знаю, зачем оно, но это точно не для тебя. Шкура орчей собаки. Да, вот тебе. Крылья могу тебе отдать. Летай на здоровье. И... Подожди. Нельзя держать язык за зубами. Амфора. Ну, кружку одну, кстати. Почему-то в полцены уходит, заметьте. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так. Так, ладно. Еда, трава и все тому подобное я взял. Мне еще поспать бы. Время. Время еще 9. Не мое дело.
Время есть. Нельзя доверять, вокруг слишком много предателей. Ползи давай. Телохранитель. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Наверное, что тебе нужно? Так. Я не имею отношения. Я принес тебе челюсти ползунов. Очень хорошо. Вот, возьми за это некоторые из моих лучших зелий. Только между нами. Так. Я нашел яйца королевы ползунов. Я знал это. Мое видение действительно было знаком. Самое сильное вещество для зелья содержится в яйцах. Отлично. Этого мне хватит, чтобы сделать зелье, которое поможет нам призвать спящего. А где моя награда? Ах да, награда. Спасибо тебе. Да нет, я имел в виду нечто более материальное. Да? Хорошо. Чего же ты хочешь? Тогда спасибо, на хлеб не намажешь. Так что тащите масло, хлеб я принес с собой. Так, зелье магической силы. О! Руну! Руну! Пусть эта руна осветит твой путь. Руну, так, теперь можно начать церемонию. Теперь мы можем начать церемонию? Нет. Мне до сих пор не удалось найти способ зарядить юнитор. Моих знаний для этого недостаточно. Значит, я зря добывал эти яйца, так что ли? Нет, послушай. Где-то есть альманах, в котором содержится нужное мне знание. Мы купили эту книгу в старом лагере у Кариста, мага огня, но по пути в наш лагерь она была украдена. Книгу должен был принести Талос, один из послушников. На него напали и ограбили. Он меня разочаровал. Но я дал ему еще один шанс. Он должен найти украденный альманах. Поговори с ним, ему пригодится твоя помощь. Где сейчас находится Талос? Он пытается найти людей, которые смогли бы ему помочь. Ты встретишь его на площади перед храмом. Понятно. Кто украл альманах? Талос сказал, что на него напали черные гоблины. Странно, конечно, но вполне вероятно. А я за это что-нибудь получу? Разве тебе мало доказательств моей щедрости? Ты не останешься без награды. Хорошо, меня это устраивает, так. Я нашел книгу. Хорошая работа. Теперь ты достал все, что нам нужно. Еще немного, и все будет готово. Где состоится церемония? Приходи ночью на площадь перед храмом. Мы все соберемся там, чтобы призвать спящего. Так. Я даже не знаю, как мне вот здесь лечь поспать. Пока меня не впутали. Я не имею отношения к этому делу. Это что, нет? Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Блин. Да, если раньше так все было намного лучше, не то что сейчас. Подождите. Надо успеть. Сейчас попробую. Интересно, вот этот козел. Послушник, послушник. Где ты, где ты? Так. Блин, еще с именем. Да. Ну и пошел. Надо поспать до полуночи. Блин, я хотел найти этого козлину, который там альманах там потерял. Кому нельзя доверять, вокруг слишком много предателей, слишком. Так. Спать до полуночи.
Поспал-то всего хорошо, выспался, всего 2 часа поспал. Очень выспался даже. Я так думаю, мы сейчас в главу другую перейдем, да? Долгие годы ожидания подошли к концу. Спящий проявил свою силу и указал нам это место, чтобы засвидетельствовать его пробуждение. Артефакт, который был открыт нам в видениях, поможет сплотить нашу духовную силу. Мы долго готовились к этому. Объедините свои мысли, чтобы спящий услышал нас. Путь к нему – это путь к свободе. А мы – его избранные. Пробудись, о спящий! Да, учитель, что случилось? Вы увидели путь к свободе? Да, спящий хотел указать нам путь к свободе. Да, в чем дело? Скажите, что вы увидели? Орки преграждают нам дорогу к свободе. Спящий показал нам место для церемонии, и мы должны его найти. Недалеко от лагеря находится пещера орков. Наш путь лежит именно туда. Да поможет нам спящий. Как же так? Мы что, должны драться с этими чудовищами? Спящий не призывал вас к борьбе. Я сам пойду со стражниками. А вы, новички, молитесь за нас. Так, глава 3. Артефакт древней силы. Ну, я думаю, на этом все. Давайте поговорим. И не будем тянуть кота за пушистые шарики. Будем заканчивать. Но сначала нам надо информация. Информация. Подождите. И что у нас по времени там? Ночь. 12 ночи. Ну куда вы так бежите? Стойте, стойте, стойте. Не ложитесь спать. Эй, больной человек. Что тебе нужно? Давай поговорим о моей награде. Что ты хочешь получить? Так, зелье, я возьму руну. Я возьму руду. Надеюсь, ой, это руда. Подожди. Да, да просви. Ни хрена я не руду хочу. Идите нахрен со своей рудой. Давай мне свитки тогда уж. Эй. Что тебе? Что ты? Так, возьму зелье. Дай мне свитки с заклинаниями. Используй эти заклинания с умом. Вот тот же. До встречи. До просвет. Так. Сейчас узнаем у него. Что же нам теперь делать? Наше видение было очень неясным. Оно принесло нам больше вопросов, чем ответов. Но одно стало ясно. Мы видели орка в темной пещере. Недалеко отсюда есть заброшенный храм орков. Раньше орки хоронили там умерших. Поэтому это место называлось у них кладбищем орков. Гуру Идал Люкор взял с собой нескольких стражей и направился туда. Может быть, там мы найдем то, что послужит ответом на наши вопросы. Мне нужен человек, который сможет пойти к ним, а затем вернуться ко мне и рассказать о том, что увидит.
Почему же ты не можешь пойти туда сам? Ты же предводитель стражей. Моя задача — защищать просвещенного. Я останусь здесь с Юберионом и буду охранять его. Ты уже хорошо послужил нашему лагерю. Я доверяю тебе больше, чем кому бы то ни было. Поэтому я прошу тебя, отправляйся на кладбище орков и расскажи мне, что удалось найти нашим стражам. Так, хорошо. Давай, что я за это получу? Тебе нужна руда? Наверное, я ошибся в тебе. Но мне все равно нужна твоя помощь. Да мне твоя руда нахрен не нужна. Я сейчас же пойду туда. Возьми вот это кольцо. Оно сможет защитить тебя в битве. Так. Где находится кладбище орков? Где находится кладбище орков? Это недалеко. Послушник Талос знает дорогу. Ты сможешь найти его на площади перед храмом. Он укажет тебе путь. Так. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Хочешь стать хорошим воином? Да, тебе действительно нужно найти опытного учителя. Хорошо. Но, к сожалению, я не тот, кто сможет помочь тебе. Я обучаю лишь тех, кто входит в священный круг стражей. Блин, ну ты козлина. Так, ну и что нам теперь делать? Так. Где находится кладбище? Я так знаю. Давайте я сохранюсь. На этом все. Пока меня не будет, я сбегаю до нового лагеря, если... Ну и там, наверное, перед новым лагерем сохранюсь, чтобы этот там промежуток не смотреть, как я просто бегу-бегу все это. Там сохранюсь, и уже следующее видео начнем, наверное, либо с нового лагеря, либо вот с этого места. Все, на этом все. Пока.